В Челябинске открылся детский мультипарк. Это место, в котором дети могут провести время не только весело, но и полезно. Аттракционы специально созданы так, чтобы развивать логику, мышление, реакцию и творчество. Кнопку надо нажать. Да. Сейчас запустим. И на кнопочку, да, нажимаем? Ну. Сейчас появится. Во, появилось! Нарисованная ребенком на бумаге акула уже через секунду оживает в виртуальном аквариуме. На интерактивной стене среди десятка других таких же подводных жителей. Если навести на нее руку, она может испугаться. Надо сначала разукрасить, потом запустить и вот так их пугать. Этот аттракцион лишь один из шести. Еще здесь можно поиграть в интерактивной песочнице, своими руками создать горы и реки. Так ребенок изучает рельеф. А для тех, кто не может сидеть на месте, есть охота на птиц. Дети должны выбить пернатых подушкой или мечом. Это тренирует скорость реакции и ловкость. Родители могут спокойно сюда прийти, оставить своего ребенка. У нас квалифицированные администраторы, которые играют с детьми, то есть они не оставляют их без присмотра, они находятся с ними постоянно. Ребенок спокойно здесь может играть, проводить свое время весело, а родители в это время могут ходить за покупками и не беспокоиться о своих детях. Стоимость такого развлечения на одного человека 400 рублей в час. Если ребенок младше 4 лет, родитель может сопровождать его бесплатно.